Я, мои хорошие, занимаюсь уборкой, уборкой, уборкой. Это у меня цветы, они все розовые, и стоят они у меня в двух вазах в коридоре. В принципе, я их мою только 2 раза в год. Это после Нового года и летом. Вазы, которые я очень люблю, нам их подарили Валюша с Сережкой. И я их сейчас почищу. Очень красивые старинные вазы. И в этих вазах у меня будут стоять мои букеты. Очень красивые. Ну, мы любим такое. Володюшка мне говорит: ну, если тебе трудно, и, как говорится, они собирают пыль, конечно, это все пылесборники. Ну, говорит, убери. Ну, нет. Ну, конечно же, я их не уберу. Мне это нравится, нам с ними уютно. Я не минималист и к этому не стремлюсь. Все мы разные, и все нужно акцептировать. Поэтому мои цветочки помыты, снова они займут свое место в вазах и будут меня радовать. Это вы знаете, вот генеральная уборка, это сначала вообще разведение грязи, а потом уже наводится порядок. Я так думаю, все достаю сверху, перемываю, все лежит на столе, потом снова расставляю.
сделала из материала. Такие крученные розочки или как угодно назвать можно эти цветы. Ну и просто украшения. Конфетки из пластика. Следующая работа, которую я закончила. Помыла я холодильник снаружи, убирала все фотографии, протерла дверку, и снова фотографии заняли свое место. Здесь наши дети, родители и внуки. Так что вижу каждый день. Еще одна работа сделана. А сейчас, мои хорошие, буду чистить дунстер, как это называется, вытяжку. Конечно, насобиралась и пыли, нужно уже все это почистить, и все эти полочки. И хочу, конечно, прибрать на шкафах. И самовар у нас, он, наверное, с 82-го года в Москве мы его покупали. И все эти вазочки, все это мне нужно убрать, протереть и снова поставить. Ну и, конечно же, матрешки. Валюша привезла из Москвы. Такой русский уголок. А как без них? Так что все это буду сейчас протирать и убирать. А здесь у нас висит, правда, пустая бутылка. Это Володе подарил коллега с работы. Он ездил в отпуск в Испанию и привез такую интересную бутылку. Очень приятно, когда о тебе даже в отпуске помнят. Вы знаете, пыль, не пыль. Раз нам уютно, раз это нравится. Значит, нужно за этим ухаживать, приводить в порядок. Здесь у нас тоже русский уголок. И Валюша привезла в прошлом отпуске нам это деревянное яйцо. Ложки. Красивая работа. А это деревянная, можно сказать, как шкатулочка, да? Она и с крышечкой, очень красивая, расписанная. Красный цвет под золото, зеленый цвет на черном фоне. А на самом деле здесь было масло. Вологодское масло. Это тоже был нам подарок. Этот букет из искусственных цветов когда-то я собрала палочки, бусинки, и он стоит у меня в этой вазе помытый и отправится на полочку. С кухни я закончила верхолазные работы. Завтра будет новый день и новая работа. По плану я хочу помыть все в шкафах. Сувениры, сувениры. Это добрые и хорошие воспоминания. Очень люблю этот шкаф. Этому шкафу больше 200 лет. Как же раньше делали мебель? Добротная. На века. Какая красота. Знаете, мои хорошие, убираю, мою. И вот не глупая женщина, но никак не пойму двух вещей. Куда деваются деньги и откуда берется пыль?